Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть 60 секунд. Надеюсь, ты рад, счастлив, не забудь про лайкосик и также тащи что-нибудь вкусненькое. Я, например, квасок. Настоящий написан, до сих пор, видишь, у него, блин, тут, он потеет, запотел, я немного его, знаешь, когда он... Почему-то они в холодильнике его не держат, просто на полке там в магните продается. Я пошел быстренько, хоп, в морозильник, на! Постоял он чуть-чуть и достаю. О, как освежает, потому что жарко, пацаны, жарко. Короче, у меня серьезный разговор, потому что, типа, садись, я налью, братишка, чуть-чуть. Квас, квас, бро, давай. Квасное братство. Кто пьет квас сейчас? Ух ты, блин, немного облился, до какого... Ладно, фиг с ним. Короче, друзья, важный такой вопросик, потому что, блин, я выпускаю поздно серии, и сейчас важно, 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 напиши, во сколько бы ты хотел видеть серии. Ну, блин, только не пиши, типа, но только не ночью. Потому что постоянно, видишь, я ночью, блин, выпускаю, мне это не нравится. И вот это офигенное задание, друзья, дама с собачкой. Спаслась только Долорес, точнее, Долорес и это... И эта странная дворняжка. Им придется держаться вместе, несмотря ни на что, пока не прибудет помощь. Придется мужественно выносить голод, скуку, всевозможные опасности. И тут в тот факт, что Долорес вообще-то не слишком любит собак. Не потерять собаку, продержаться 50 дней, экспедиции отключены. Бородатый Колли. То есть тут какой-то определенный... И вот честно, друзья, что ты любишь? Песиков или котиков? Некоторые любят все, но, блин, я обожаю котиков. Все-таки котиков очень люблю. День первый, пацаны. Это надо без вебки, друзья. Это кто, блин? Что за маленький блинчик? Это блинчик? Я в шоке. Так, мы с тобой можем, кстати, сменить антураж немножечко. Давай-ка, игрушечный топор, да? Да. Блинчик гавга. Блин, он просто офигенный. Мне нравится. Как они круто это придумали. Короче, так, вебку включаю, друзья. А вы что думали? Соскучились? По этой роже. Ладно, давай. Сейчас скажут, ой, да хоть бы 100 лет не видели. Когда вокруг гремят взрывы, любая здравомыслящая женщина все бросит и побежит спасаться. Вместе с женщиной в убежище оказался грязный пес по кличке Блинчик. Ой, жрать захотелось-то как. Что ж, он, по крайней мере, не мутировал пока. Что? Нам просто нужно дождаться помощи. К тому же собака может пригодиться. Должен же кто-то приносить припасы. А убежище нельзя оставлять без присмотра. Поэтому о регулярных вылазках на поверхность не может быть и речи. По радио передали, что военные уже в пути, но сюда они прибудут не раньше, чем через 50 дней. Это жопа. Это просто жопа. Это как надо... Это как вообще? Что у нас с припасами? У нас одна бутылка воды. А как мы вообще выживать-то будем? Вот это прикол. Ладно, ладно, покажите, научите меня. Я играю 3 года. Ну, надеюсь, будут сейчас всякие вот это вот окошечко. А, поможем им. Сейчас. У нас у самих ничего нету. Вы чё? Вы чё, блин? Тихо, тихо, ничего. Карма у нас пока чистая, хорошая. Пока можно ничего не делать. Итак, все, пропускаю. Ну ладно, уже 4 дня есть. В принципе, не так сложно. В принципе, только начинается. Все, как он прикольно, хвостик. Да хорош, блин, блин, он как будто мне там сзади, ну, был бы у меня такой кондиционер. Так, вот, песика заводим. У меня, блин, Тимон, у него... Говорить, не говорить. Короче, у него порода карат. Можно сказать, кастр. Ты понял, да? Немножечко так шуткануть не смешно, да? Но действительно такая есть порода карат. Вот, вот, кот. Но он как бы кастрирован, да, да. Вот. Потому что, ну блин, ну они, во-первых, больше живут, по идее, котики-то, я не знаю. Ну,
По идее. Ну, главное их не перекармливать, потому что когда они же начинают много есть, вот это самое важное. У нас проблемы! Так, у нас проблемы, ЧП, замок вешаем, нас нет дома. Самое важное, что мародеру будут ломиться уже на шестой день. Что это вообще такое? О, давай, так, запасы у нас есть, отлично, сейчас будет у нас что-то интересненькое. Водичку, да, вообще круто, порвали противогаз. Ну ладно, зато нехило так. Накормить, да, надо? Накорми! И пожри, блин, я бы сейчас от блинчик не отказался. Пару блинов, знаешь, таких сочных, вкусных, с сыром и ветчиной. Какие ты любишь блинчики, а, браток? А, давай. Ну-ка, вон сейчас что-нибудь нам вкусненькое. Блинчик, найди блинчики. Ну, блин, блинчик. Ну, блин, блинский. Так, он принес нам шахматную доску. Вау. А, да, надо накормить песика, конечно. Блин, куда это? Ты чё, бро? 40 дней осталось. Так, водичка. Ничего нету, все течет, написано. Нечем даже у нас не заклеить, не поклеить. Ну и неважно. Неважно, друзья. Погода не погода. А у нас жопа одна. На одной из стены растут грибы. Не, спасибо. Мы, конечно, голодны, но не настолько. У нас еще есть. Знаешь, это тот случай, когда, блин, ты маленький. Да. О! Это... Excuse me. Sorry, guys. Sorry for this. Короче, это все квас. Это квас, это не я. Все, я не виноват. Это квас. Я сам... Excuse me, sorry. В общем, когда ты маленький, и тебя мама заставляет кушать что-то такое невкусное, брокколи или еще что-то, или котлеты вообще невкусные, ты такой, пёсик, так, тузик, ко мне, мальчик, давай, кушай. Тут также, походу, грибочки. Так. Движущие тени. Не, ни в коем случае не делаем, да пофиг. Заберут, конечно, одну банку, хотя пес может сейчас нам сгодиться, бородатый Колли. Нет, он не сгодился, господи, ну ты блох-терьер! Ты блох-терьер, я отвечаю, ну что ж ты делаешь-то, а? Как ты мог так сделать? Ты должен был защищать. Вот я даже лучше на роль собаки подхожу. Накормите меня, только не томатным супом, а блинами. Так, ладно, на улице пофиг на это, давай немного. День 15. Итак, мы хотели жрать пиц. Так, во, красава, блинчик, давай, ну хоть что-то он умеет. А чё, в смысле, а чё ты нашёл? О, бойскаутовскую книгу. Короче, как ты понял, надо нам его еще и кормить, притом одной банкой супа. Чё ты так много жрёшь-то? Как собака, как тузик, нажрался и спать. Налопался, как туз. Блин, животик-то полон до небес. День 18, жажда. Так, чё пожрать? А вот нечего. Я вам две... А вы мне аптечку? Водички? Не, пожалуй, откажусь. У меня вода еще есть. Туз почему-то не хочет. Туз? Почему тузик? Блинчик. Так, мародеры. Давай их просто спреем в лицо им. Что-то, походу, пошло не по плану. Ладно, 20-й день. Сейчас будет прикольно. Нужно поставить его работать. Кого? А, радио, я уж думал пёсика, тузика. Да. Это была бы неплохая идея, потому что... Так что ж такое-то, квас, что ж ты делаешь-то? Если бы мой какой-то кот работал бы и деньги приносил, господи, да я его... Да я его бы... Любил бы, ценил бы еще больше.
что ты подумаешь, типа, я кота не ценю, не люблю, люблю, ценю. Так, приноси бабки, котейка. Наконец-то, давай, только найди что-нибудь похавать, пожалуйста, бро, потому что я тебе... Блин, ты не нашел, ты нашел водычку, а у меня нет, нифига, бро, мы все, мы в жопе полной. Что это за песенка такая? Блинчик, походу, как здорово был, когда пес с нами дружил. Мы так ему радовались, но без супа он стал, прямо скажем, очень странно себя вести. Он так и смотрит на нас своими голодными волчьими глазами. О-о-о-о-о-о-о-о, мне самому бы похавать. Если честно, сегодня утром мутант. Что-что? Юный музыкант. Сыграть парочку песен в обмен на наши припасы. Ну что ж, это идеально. Это же просто идеально. Это какой-то лохотрон, я не знаю, что это вообще. МММ! А почему мне не потратилось? Типа он мне... А, радио? А, мы даже... Ой, Тузик, Бобик. Не знаю, осталось 25 дней, но что-то мне кажется, мы с тобой долго не проживем. Мы с тобой немного голодные, ребятки. Кушать... Да, нужна еда. Давай, сейчас Тузику надыбаем. Сейчас надыбаем. Молодца! И жратвы нифига нету у нас, бабушка. И вы со своей бабушкой бы так поступили, молодые люди? Как вам не стыдно? Мы быстро вернулись в убежище. Блин, ну мы жрать хотим. Ну хоть бы они дали что-нибудь нам. Пожалуйста, Бобик, найди, давай. Голодание пошло, смотри, коля. Блин, ну все, пипец нам. Нам сейчас пипец, все, ее сейчас хопа и все, не станет. Если Бобик, ну ёп. Бобик, Тузик. Давай, бро, только не умирай. Да блин! Чуть-чуть. Это что, это издевательство надо мной сейчас? Это издевательство надо мной. Пу-бу-бу. Ладно, давай, конечно же. Ох ты ж, блин. Жопы какие вы, а? Ну давай еще раз выживание. Прям в ритм. Та-тан-тан-тан-тан. Та-да-дан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Та-да-дан-дан-дан-дан-дан. Ладно, все, хорош всякой фигней заниматься. Правильно? Все, сейчас быстро делаем все. Оу-оу-оу. Так, ну день первый. Блин, 50 дней с ним, а? Консервы две, бутылка одна, офигеть. Грибы нам уже сразу предлагают. А может, ты грибочков навернешь, а? Типа, так заманчиво еще. Ну да, конечно. И ой, как хорошо, еще и мародеры. А Бобик, о как, ля, Тузик наш. День третий, жажда уже мучить. Минус замок. Это невыносимо, мы не можем уснуть. Не спи пока, нормально, блин, третий день. Куда тебе спать-то, блин? Я бы тоже обосрался, если бы был тут постапокалипсис. Сумасшествие. Ля, это плохо. Так, понятно, все понял. Это мне уже знакомо, это уже картина мне знакома. Когда уже четвертый день подряд полная жопа идет, это значит нет. Но, как говорится, Бог любит троицу, и мы с тобой... Задание, выживание... И дама с собачкой. Давай на третий раз, может, действительно что-то получится. Не, реально такое у меня постоянно. Первый раз ты присматриваешься. Ты такой смотришь, ну вроде нормально, но потом на какой-то ошибке хоп и попадаешь. На второй неудача, а на третий нормально все, ты понимаешь. Поэтому все хорошо. Так, протекают трубы, нормально. И так сойдет. Это все хорошо, чуваки. Так, дальше идем. Труба здесь не к черту, но сойдет. Конечно, друзья.
Вы бы видели, какие у нас тут в канализации трубочки, трубаньки. Да, ужасные гнилые. Какие тут, блин, мне кажется, и то нормально. Так, давай, давай. Картишки рубанули. Вообще все идеально пока. А теперь уже не идеально. Так. Но главное, так аккуратно. На-на-на-на-на-на-на-на. Обезвоживание. Так, сегодня есть халаты и все такое. Не, у нас даже воды-то нет. Один раз они все у меня забрали. Один раз они у меня все вообще забрали. А где вода? Что за мошенники? Это не настоящие врачи. А, ну ладно, нормально. Я уж испугался. Так. Давай карту показываем. Уже седьмой день. Неплохо, неплохо. Результаты. Бобик, Тузик, служить, служить, мохнатый. А вот у нас и... Оп-оп-оп-оп. Следует нам открыть. Конечно, конечно, открываем. У нас аптечка есть, все такое, все дела. Все открываем, что есть. День восьмой. Красава, красава просто, я хочу сказать. Конечно же, это не самое лучшее. Казалось, идея, но слава богу, хоть аптечка есть. Сейчас, блин, будет прикольно. Но нам надо дожить хотя бы до 30-го дня, тогда можно и болеть. В принципе, 20 дней там мы сможем, вроде, наверное. А ты что, ничего не принес, Барбос? В смысле, ты ничего не принес? Ничего не принес, но главное, он вернулся. Ты же всегда приносил, ты же всегда приносил по одной баночке, по две баночки даже приносил иногда. Какого-то фига, в каких-то карманах, видимо, глубоких своих. Ну блин. Ой, ёкалы, мэнэ, туда вообще не ходи. Какая жопа, слушай, это тяжелое испытание. Я так что-то думал, что это нормально. О, как хорошо. Ля, как хорошо. Вот это, конечно, уже такое, конечно. Так, кажется, у пауков сложилось впечатление. Жалко нет нашей дочурки. Она бы сейчас мутировала. Как хорошо бы было. Красота. Невероятная. В походу бы ее. С тузиком нашим. Да, ну нормально. Сейчас она вообще как кляча будет. Не как плотва. Ну понятно. Как Зелев после 4-го, 3-го... дня видео записывает. Ой. Не, реально так же горбочусь. Только у меня нет такой груди. Чтоб, оп. Так бы каждый такой посмотрел, если бы у меня такое было бы. Я сомневаюсь, друзья. Так, во имя свободы откройте, давай. Открываем, что там у нас. Там у нас припасы, да, дадите? Красавчики. Красавчики. Давай, блин. Блин, плохо, что сумасшествие пошло. Ну, может, сейчас пройдет. Но на самом деле сумасшедший, когда один, может спокойно много пройти. Фонарь. Проблема с тошнином. Здесь реально воняет. Ой, это я правильно сделал, что я сейчас набрызгал? Это же плохая, наверное, идея. Да нет, она побрызгалась как духами. И все окей. Эй, блинчик голоден, а у меня нет хавки. Хоть бы чуть-чуть ему поделиться, хоть чуть-чуть, нормально, но блин. Вы вообще песику не даете, вы чё? В качестве обеда. Не ссы. Найдем скоро, не ссы. День 19-й. Какая просто душевно раздирающая музыка. Нам осталось недолго, вот что я хочу сказать. Обезвоживание голода. Посмотрим, что внутри. А у нас уже шанса и нету другого. 21. Тан-тан. Кстати, там вода. Смотри-ка. А, чемодан! Водяной чип. Чип-чип-чип-чипы. Дейл. Дейл. Ну, я знаю, да, это из Fallout. Отсылка. Это мы уже 100 раз проходили. А то еще поймешь, типа, ой... Почему тут чип-чип-чип-чип и Дейл к нам спешат? И гаечка. Отлично. Красава, красава, блинчик, молодец. Аптечку прикандыбал, только у нас
нету никакой еды. Может, вторая дверь, может, там что-то хорошее лежит. КМТ, да. Пожалуйста, там ружье. Голод не в своем уме. Все, пипец. Пипец. Все, пипец. Пес сейчас убежит. Нет, он, конечно, еще немного с нами побудет. Понятное дело. Так, хорошо. Ну все, все. Сейчас он убегает, смотри. Все, хорош, понятно. В убежище попросту не хватало припас, чтобы кормить пса. Он ясно дал понять, что думает по этому поводу, и покинул убежище. Вернись, песик, вернись. И еще, по скрипту, он нам насрал. И нассал. В общем, вот такая вот серия получилась. Не очень, но зато смешная. Согласись? Да. В общем, как будто... Сам спросил, сам ответил, все дела. Ну, в общем, друзья, у меня, видишь, хорошее настроение. Не забудь поставить лайкосик, также подпишись на канал. Надеюсь, в следующий раз мы с тобой обязательно пройдем. На этом все, бай-бай, дорогой братишка.